Тыква – это фрукт. Да-да, мы не ошиблись, именно фрукт. Разных оттенков оранжевого, желтого и зеленого. В последние годы он стал особенно популярен. Нам очень нравится тыква. В связи с этим мы решили рассказать вам о том, что будет, если есть тыкву каждый день. Обязательно досмотрите до конца. Перед началом подпишитесь на наш канал, если еще этого не сделали. Тыква – источник клетчатки. В одной чашке приготовленной тыквы содержится 3 грамма клетчатки, необходимой нашему организму для бесперебойной работы пищеварительной системы и здоровья кишечника. Благодаря ей тыква способствует очищению организма от токсинов и продлевает чувство сытости. При этом общая энергетическая ценность одной порции составляет всего 49 калорий. Поэтому тыква – прекрасный продукт в диете для снижения веса. Ставь лайк, если ни разу не пробовал тыкву. Мы знаем, таких много. При первой же возможности попробуйте. Тыква способствует здоровью сердца. Регулярное употребление тыквы может снизить уровень плохого холестерина, который напрямую влияет на работу сердца. Кроме этого, тыква содержит большое количество магния, нормализующего кровяное давление, снижающего риск инсультов и сердечных приступов. Исследование, опубликованное в Journal of Medicine Food, показало, что у больных гипертонии терапия с применением масла из тыквенных семечек стабилизирует кровяное давление, а также защищает и оздоравливает сердце и аорту. Тыква снижает риск рака. Тыква содержит сильнейший антиоксидант бета-каротин и другие каротиноиды, которые снижают риск раковых заболеваний, в том числе рака груди, легких и кожи. Тыква способствует здоровому зрению. Всего одна чашка приготовленной, например, запеченной тыквы, содержит до 200% дневной нормы витамина А. Этот витамин отвечает в том числе за резкость нашего зрения, особенно в условиях приглушенного света, а также способствует здоровью глаз и снижает риск дегенеративных изменений. Еще тыква – источник лютеина и зиксатина. Эти каротиноиды, попадая в кровь, способны накапливаться в ткани глаз, обеспечивая им эффективную защиту. Кстати, а напишите в комментариях, какое у вас зрение? Без конкурса на 1000 слабо написать комментарий, не ленитесь! Женское здоровье. С помощью блюд из тыквы можно похудеть, снизить холестерин и вывести соединение тяжелых металлов из организма. Полезна тыква и для лечения гинекологических заболеваний. Мякоть спелого овоща помогает при бесплодии, эрозии шейки матки, женских воспалениях. Полезна тыква и беременным. Благодаря высокому содержанию кальция, магния и железа, она может предотвратить анемию. Тыква повышает настроение. В семечках тыквы содержится аминокислота триптофан, которая играет важную роль в выработке серотонина, гормона, влияющего на наше настроение. Еще одним нутриентом, отвечающим за хорошее настроение и даже снижение уровня стресса и борьбу с депрессией, является магний. В 30 граммах семечек тыквы содержится до 40% рекомендованной дневной нормы этого минерала. А на этом все, друзья. Будьте здоровы, кушайте тыкву и подписывайтесь на наш канал. А также прямо сейчас посмотрите предыдущие ролики. Хорошего настроения, до встречи!